Здравствуйте, очень приятно вас видеть. Пенсионерка Екатерина Кулюш из деревни Щедрино встречает волонтеров на крыльце. Признается, гости долгожданные, ведь после отключения аналогового вещания телевизор замолчал. В доме работает только радиоприемник. Даже совсем не работал, ничего практически не показывал, не было моих любимых передач, не было новостей. Это так, оказывается, плохо, что телевизор вообще-то это предмет, в общем-то, первой необходимости, даже больше нужен, чем телефон. Всего мультиплекса 2, по 10 каналов в каждом. Старые аналоговые телевизоры, выпущенные раньше 2012 года, не способны поймать отдельный канал из потока. Для них нужны специальные приставки, которые приходится покупать. С этого пульта вы запускаете телевизор, здесь же дополнительную громкость можете найти, если вдруг с пульта ресивера вам не хватает чего-то. Запустили. И дальше уже пользуйтесь переключением с пульта самой приставки непосредственно. Исключение пенсионеры, многодетные семьи и семьи в трудном материальном положении. Им оборудование волонтеры доставляют бесплатно. Для этого необходимо оставить заявку у социальных работников или позвонить по телефону горячей линии. Вот и Екатерине Кулюш волонтеры подарили приставку, как и новую антенну. Итогом нашей работы является то, что люди смотрят телевизор, приносим людям радость. Пенсионеры, многодетные семьи вполне могут рассчитывать получить это все от нас. Ну вот, как в этом частном доме, например, поставили антенну, поставили приставку, хозяйка довольна. Я так благодарна, так молодцы ребята, все делают, все сделали, все наладили, никаких проблем, никаких вопросов, все так слажено, все четко, все с собой есть, никаких... Ну, просто молодцы. За день волонтерам местного отделения партии «Единая Россия» удается выполнить более 20 заявок. Помощь оказывают бесплатно. Теперь у Екатерины Кулюш показывают 20 каналов. А если на вашем телевизоре рядом со значком канала до сих пор есть буква «А», пора позаботиться о приставке. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».